Первый этап третьего конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Республики Татарстан» прошел на базе Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального университета. Участники соревнований прошли тестирование на знания действующего законодательства, а также выполнили тесты для определения уровня владения русским, татарским и одного иностранного языка. Оценивать эти задания будут преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета. Итоги конкурса подведут в День Конституции Республики 6 ноября. Диана Вакян, Руслан Уразаев, Универньюз.